Что мне делать, когда я вижу смерть вокруг себя? Что мне делать, когда я вижу проблему? Во-первых, я не притворяюсь, как будто ничего не происходит. Это глупо. Во-вторых, я не реагирую, исходя из человеческого гнева и тому подобное. Что же мне делать? Я спрашиваю Бога: «Бог, что ты думаешь по этому поводу?» И я начинаю говорить то, что Бог говорит по этому поводу. Поэтому, когда мы видим выстрелы, мы начинаем пророчествовать против духа убийства. Потому что мы знаем, откуда этот дух. Потому что наша брань не против крови и плоти. Потом мы начинаем молиться: «Бог, какой корень самой проблемы? Зависть, ненависть, злоба. Может быть, вы знаете, что со многими детьми, взявшихся за оружие, ужасно обращались в школе. Ответом для этой проблемы является прощение». И мы начинаем молиться и пророчествовать об этой ситуации в стране, вместо того, чтобы произносить над ними суд. И мы делаем это по поводу всего, что мы видим. Вы смотрите новости и задаете вопрос: «А что Бог думает по этому поводу?» Если вы думаете, что Бог хочет, чтобы мы всех поубивали, вы совсем не о том думаете. Лучше тогда возьмите скотч, заклейте себе рот и помолчите просто некоторое время. Потому что, по идее, вы те, кто созданы, чтобы сохранить людей. Мы сохраняем этот мир, пока Иисус не завоюет их сердца. Поэтому, пока вы здесь, вы соль и вы свет.